Сними шелом. Ты в святом месте. Узнаешь меня, старче? Человек с твоим лицом был раньше боярином. Теперь я посол ханский. Что ему надо? Мир. Сила у него еще большая. И сын. Твой сын в руках его. Прекрати битву. Чуешь? Выпусти нас отсель. И мы вернем тебе сына. Мы идем в угорские земли. Вас мы не тронем. Если же нет, сгинет твой сын. И твой суженый, Мирослава. Что думаешь? Спасай дитя свое. Не о том я думаю. А выпустим мы их, что будет с людьми за Карпатами. Ты всегда думал о чужих и забывал своих кровных. Подумай о сыне своем хотя бы раз. Мой сын и твой брат погиб там, возле дома боярина. Или ты забыл, или вы забыли все. Не губите! Не губите его! Не губите его! Богом молю! Нам не должно выпускать их. Иди, посол, и поступай, как знаешь. Ты, отче, как твой бог Святовид, с четырьмя лицами. Все видишь перед Карпатами, за Карпатами. И как он хочешь обнять весь свет. А сына своего не жалеешь. Я сойду вниз, поддержать Максима в его смертный час. Для чего ты это сделал? Я пришел, чтобы ты с ними не соскучился. Булкин. Оланин джан сикелмаси. Кельдим деп айден. А еще я пришел, чтобы посмотреть на вас, как вы будете сдыхать.
Олег!